детки умницы, все фотографии интересные, нам было очень сложно выбирать. Но мы это сделали, победителей поздравляем. Дети – это наше будущее, дети – это то, что заряжает нас энергией, что вдохновляет нас и дает нам силы для того, чтобы дальше жить и творить. Видели рекламу, захотели поучаствовать. Ребенок хотел выиграть приз. Надеялись на поддержку, и мы ее получили. Просто случайно. Решила отослать фотографию, Максим Ефимов выбрал, конечно, ее. Дети – это будущее. Хорошее будущее, которое, надеюсь, будет без войны, счастливым и беззаботным.